Ты на кошку похожа у меня теперь. На кошку похожа я. Уже не так страшно брать. Прям кошка-кошка. Уже обрастаю потихошку. Я хочу гладиться, скажу вам. Хочу гладиться. Вот такая вот. Уже все накормлено, так не реагирует, все спокойно. То есть есть, поесть сколько захотела. Не бросается. Отъедаемся потихоньку. Вас спрашивают там в интернете, что вы кричите. Мы просто такие голосастые, вот мы и кричим, мы всегда такие. Раз мама пришла, значит, надо что-то, чтобы она нам дала поесть. И не важно, что у нас уже все есть в мисках. Да, надо еще. Чего?